Здравствуйте, дорогие друзья! У меня очень хорошая новость. Сегодня у меня будет распаковка посылки с пряжей из магазина «Вязанка». Сейчас вы все увидите. Мне пришел вот такой ящик пряжи. Я, конечно же, его открыла, приготовилась к съемке. А, есть обалденные новинки. Я расскажу, что хочу вязать и свои впечатления. Прошу вас к столу, чтобы все разглядеть как можно лучше. Ну что, дорогие мои, я хочу начать с новинки. Для меня эта пряжа, ну, не то чтобы новая, но то, что можно из нее вязать, это требует вашего внимания. Серьезно. Я заказала два цвета. Так, потише, чтобы. Вот смотрите на эту красоту. Это Элизе Пуфи Мор. Эту пряжу вяжут руками, без спиц, без крючка. Так что если у вас есть деньги только на пряжу, то, в принципе, можете не торопиться покупать спицы или крючок. То есть инструмент. Инструмент – это ваши руки. В упаковке идет по два моточка. Для меня это была неожиданность. Я думала, что идут 100-граммовые мотки, 5 штук в упаковке, но здесь всего два моточка, их вес 150 грамм, это стопроцентный микрополиэстер, цвет 62-61, а этот цвет у нас 62-65, идет темно-серый и светло-серый. Я распаковывать не буду эту упаковочку, пускай она так лежит. Я знала, уже видела в Инстаграме на аккаунте Вязанка, что можно вязать из этой пряжи. Она меня привлекла, но все-таки я люблю больше вязать спицами. Но когда я увидела эту пряжу вживую, мне сразу захотелось из нее что-то связать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете, что можно вязать из этой пряжи? Это не просто коврик, это не просто наволочка на подушку, это даже не сумка обычным цветом, а из нее вяжут жаккард. Жаккард я не люблю, но я думаю, что именно в этой технике он мне придется по душе и захватит меня надолго. Я не знаю, насколько хватит этих двух моточков, поэтому моя задача для вас испытать эту пряжу на жаккард и на количество, которого хватает на что-либо. Я хочу связать коврик. Возможно, небольшой плед. Ну, коврик и плед, они рядом, так что, в принципе, никакой разницы и нет. Два моточка. И мне еще прислали такой журнал, именно посвящен этой пряже, этому артикулу. Здесь рассказано, как можно вязать. Вот, на русском все описано. И какие есть жаккарды. Вот это все связано из этой пряжи. То есть не нужно докупать никакого второго цвета. Здесь все уже в наличии. Смотрите, какой чудесный плед, какой чудесный орнамент. Вот котенок. Нам близка эта тема. Мне приглянулся вот этот жаккард. Очень интересно смотрится. А дальше вот такой узор можно вязать, потрясающий. Такой пейзаж зимний. Еще в красном цвете очень классно смотрится. То есть вы покупаете одну упаковку и вяжете такие замечательные вещи. Я имею в виду, что не нужно покупать два разных цвета. Конечно, возможно, на такой большой плед вам не хватит одной упаковки. Я потом вам это все расскажу, когда попробую, на что хватает одной. Вот. Наволочка на подушку в виде слона. То есть можно связать и такую в таком цвете, но цвет идет один. Нумерация цвета. Вот такой теневой рисунок. Очень классно. Сейчас здесь еще есть вот такие пейзажи. Вот большой плед покрывала. Это тоже. Изумительно просто, я в восторге. Вот что мне приглянулось, такой теневой жаккард. Покажу вам поближе. Супер вообще. Вот эти гусиные лапки, сейчас модный узор. Вот детская тематика.
Зайчика можно связать. Вы, что вам нужно? Как для обычного жаккарда вы ищете схему узора и потом это все воплощаете в жизни. Шарфы, шапочки можно вязать. Ну, просто великолепие и по-другому сказать нельзя. Сумки, рюкзаки. Я в шоке, конечно. Я просто... Вот этот цвет, кстати, вот он. Вот что можно связать в этом цвете. Ну, понятно, что не только это. Главное... полет вашей фантазии. Так что у меня две упаковки вот такой замечательной пряжи. Я думаю, что из этой пряжи я прям начну сегодня вязать. Ну, а там посмотрим. Вот смотрите, что вы здесь видите. Вы видите упаковку, точнее, две упаковки пряжи. А я вижу весенний кардиган. Да, мы будем с вами вязать кардиганы. Я буду снимать мастер-классы. Кардиган будет не один из такой толстой пряжи. Так что мы с вами навяжемся кардиганчиков в этом сезоне. Я думаю, что эта пряжа всем известна, это бюджетный вариант Элизе Суперлана Макси. Из такой пряжи я вяжу себе большой, огромный плед. Состав 75% акрил, 25% шерсть, в 100 граммах 100 метров. Спицы рекомендуют от 8 до 10, я плед вяжу на спицах номер 10, крючок от 7 до 8. Цвет 523. Такой очень нежный розовый цвет. Даже бы сказала, что пудровый. Очень красивый. Он без желтизны, что для меня главное. Нравится. Заказала две упаковки вот такой пряжи. По тактильным ощущениям приятно. И колкость самая минимальная, так как здесь небольшой процент шерсти. То есть он подойдет для чувствительной кожи, если вы будете вязать кардиган. Я думаю, что мне хватит двух упаковок. Если нет, придется дозаказать. Меня магазин «Вязанка» всегда выручает в этом плане. Магазин меня очень сильно выручал. И еще у меня есть такая же пряжа, только в потрясающем цвете. Я оставила его на потом. Тоже две упаковки. Вот смотрите. Очень красивого цвета. Тоже Элизе Суперлана Макси, цвет мяты, но он такой насыщенный, темный цвет мяты. Есть светлые оттенки, а это то, что мне нужно. Вот какая красота. Из этого цвета я буду вязать свой первый кардиган на весенний период. Такой он будет зеленый, потрясающий, вот уже вижу. И это цвет 463. Вот такой большой мой заказ. 6 упаковок пряжи. Я, конечно... очень счастлива, как сон. Я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Также хочу напомнить, что на магазин «Вязанка». Ссылочка будет внизу в описании под видео. Это мой любимый магазин, так что заходите, заказывайте. Будьте счастливы, делайте себе подарки, приятности. Неизвестно, что будет завтра. Так что, если есть возможность заказать пряжу сегодня, почему бы это не сделать? Ну, а я пойду обдумывать новые процессы и... буду стараться скорее закончить старое, чтобы начать вязать что-то новое. Помните, что вас люблю, ценю и всем пока-пока! Смотрите, как потрясающе смотрится пряжа под елочку. Вот бы мне на Новый год пришел такой подарок. Но, увы, на Новый год подарка не было мне под елкой, но сейчас, видите, какие цвета, какая пряжа, я в восторге. А вы заметили, что вот этой пряжи осталась только одна упаковка. У меня уже ее утащили. Диана пошла вязать себе наволочку. Вы представляете? Вот куда будет уходить моя пряжа. Меня это даже немного пугает. Готова ли я делиться? Даже не знаю. Вот такая новиночка от Элизе. Конечно, это... ну, нужна, наверное, большая фантазия, чтобы такое придумать. А эти цвета какие сочные, вкусные. Я уже вижу кардиган, но я хочу закончить все процессы и потом только приступать к вязанию кардиганов, чтобы быстрее снять мастер-класс и ни на что больше не распыляться. Мое сокровище.